Торжественная церемония открытия здания Главного управления юстиции и органов принудительного исполнения города Бреста и Брестского района прошла сегодня в правовом квартале. Участие в ней приняли председатель Брестского облсполкома Юрий Шулейко и министр юстиции Республики Беларусь Сергей Хоменко. Сегодня, на мой взгляд, весьма серьезное событие в жизнедеятельности Брестского облсполкома. Сегодня открыто новое здание Главного управления юстиции. В деятельности любого человека нет ничего интереснее, чем задумать, принять решение и воплотить его в жизнь. Именно этому учит нас глава государства. И вот открытие сегодня здания в городе Бресте – это пример того, как необходимо, с одной стороны, рационально использовать денежные средства, с другой стороны, какие необходимые условия создать для государственных служащих, для работников в сферу юстиции, а с третьей стороны, какие условия необходимо создать для людей, для того, чтобы они могли решить все свои вопросы в рамках законодательства Республики Беларусь. В новом пятиэтажном здании созданы все условия для комфортной работы. Теперь здесь расположены все 4 отдела управления юстицией. На первом этаже расположены 2 места ожидания, 3 комнаты приема граждан, также есть игровая комната для маленьких детей. Новая система наблюдения, удобная парковка, на которой предусмотрены места для инвалидов, для сотрудников управления оборудованы комнаты приема пищи и спортзал. Спектр вопросов, которые могут решить граждане, достаточно широкий. Это проставление апостиля, единый госрегистр у нас здесь, регистрация юридических лиц, работа архивов, ЗАГСов, нотариата, а также иные вопросы, которые бывают у нас у граждан к юристам.